Подобный конкурс проводился впервые. Всем участницам необходимо было пройти несколько этапов. Визитная карточка, знание правил дорожного движения, фигурное вождение. Представляя себя и свой любимый автомобиль, участницы читали стихи четырехколесной подруги, пели песни. Педагоги и студентки просто сногсшибательно украсили свои машины. Сегодня вместе мы к победе с моим крутым авто поедем. И в этот день такой особый покажем все, на что способны. Ну что, любимый мой, не пуха, ухватим за рога везуху. Участницы подготовились тщательно, и даже фигурное вождение авто не показалось им сложным, а особенно для водителей со стажем. Участницы выполняли три упражнения – змейка, параллельная парковка задним ходом и разворот в узком месте. Следует отметить, что все конкурсантки прошли испытания достойно, без штрафных очков. По итогам конкурса определились три победительницы. Первое место – Анастасия Пахомова, второе место – Арина Калякина, третье место – Юлия Шишерина. Остальные участницы награждены дипломами в номинациях «Леди элегантность», «Гламур», «Оригинальность», «Виртуоз», «Леди зрительских симпатий», «Леди юность» и «Леди аккуратность». Евгения Шемякина, Антон Карев, новости провинции.